Осмотр транспортного средства – это процедура сверки идентифицирующих сведений с указанными в документах. Кроме номеров, основных компонентов транспортного средства, кузова, кабины, рамы, сверяются цвет, конструктивные соответствия и другие параметры. Для того, чтобы поставить транспортное средство на государственный учет, а также при смене собственника транспортного средства, при замене цвета автомобиля, для вывоза транспортного средства за пределы территории Российской Федерации и внесения изменений конструкции транспортного средства. То есть, это распространено, устанавливает ГБО. Необходимо автомобиль подготовить, чтобы он был чистый, также протереть номерные агрегаты, это ВИН, кузов, если рамный автомобиль, то номер шасси. Сотрудник проводит осмотр транспортного средства, сверяет номерные агрегаты транспортного средства. Все. Чтобы не было изменения конструкции транспортного средства, также смотрят. И все были символы присутствия транспортного средства. В случае, если фактические данные с авто не совпадают с данными по ПТС, если номера не читаются на кузове и двигателе, сотрудник РЭО назначит криминалистическую экспертизу. Так что в ГИБДД советуют тщательно подготовиться к осмотру транспортного средства. Когда проходит экспертиза, то есть эксперт уже устанавливает, что автомобиль не перебит, допустим, то тогда регистрируем транспортное средство, и владелец может передвигаться на нем. Совет такой гражданам, чтобы перед осмотром транспортного средства они подготавливали автомобиль, потому что в большинстве случаев автомобиль приезжает грязный, и люди даже не знают, где находятся номерные агрегаты. То есть, соответственно, на это уходит гораздо больше времени. Все же я считаю, что нужно себя обезопасить, когда граждане покупают автомобиль. Перед этим они узнавали, где находится номер ВИНа, номер кузова, а также модель и номер двигателя. Осмотр транспортного средства производится заблаговременно перед подачей документов. Необходимую информацию по вопросам регистрации транспортного средства можно получить на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России gibdd.rf. Анна Шуркова, Василий Обухов, Ленинск ТВ.